Я приветствую всех любителей и своих коллег-профессионалов покупок интересных товаров в интернете. Товары эти интересны тем, что доставляются они без отслеживания трека и кладутся прямо в почтовый ящик, чем приносят нам кучу радости и восторга. Вот один из таких товаров. Это ложка для сметаны. Ложка для моего ребенка в стиле Hello Kitty. У меня девочка, ложка очень симпатичная. Думаю, кушать она такой будет. Ложка крепенькая, скажем, не тонкая. Толстая сталь. Увесистая, то есть она долговечная. Думаю, такой ложкой при желании можно даже открывать папе пиво. На ложке надпись Hello Kitty на рукоятке, и в самой ложечке выгравлен этот котенок. Круглая, необычная форма ложка, как раз для сметаны, либо для мороженого. Я думаю, ребенок такой ложечкой будет кушать с удовольствием, когда красиво сделан инструмент и приготовлена еда, и красивые столовые приборы, кушать намного приятнее. Вот такие вот красивые и даже, честно скажу, удобные столовые приборы можно заказать в Китае. Я, наверное, буду заказывать еще комплект таких ложечек, десяток, но не все сразу, чтобы приходили они по одной в почтовый ящик, чтобы не ходить на почту. В общем, под видео в описании я оставлю ссылочку, пройдя по которой можно будет попасть на страницу заказа этого товара, а также ссылку на кэшбэк. Кэшбэк — это частичный возврат потраченных денег на покупку. Если зарегистрироваться по ссылке на сайте кэшбэк, то на данный момент можно получать от 7 до 15% возврата потраченных денег. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Я покажу вам еще много интересных, необычных товаров, которые можно получить из Китая. Если вы только захотите, все эти товары станут вашими.